Третий Жерар Пике, 15-й Клеман Лангле, 20-й Серж Роберто, 5-й Серхио Бускет. Габриэл Паулиста, 7-й Гонсало Гедош, 8-й у Карлоса Солера, 18-й Даниэль Ван. Гранатовый начинает игру против Валенсия, она в белом. Дмитрий Черышев травмирован. Эста Вальверде, разумеется, хотя вот проблема с нападением очевидна. И о ней как раз пришлось выкарабкиваться. Ну да, все-таки все для Валенсии завершилось удачно, потому что ниже третьей атаки, но по привычке смещается. И в центр тоже Лионель Месси отдает Серхио Роберто. И перехват. Жорди Альба. Мне даже показалось, что хорват пытался пробить с той дальней дистанции по воротам. Ну или неожиданно оказался в глубине и вышел один на один. Пустые ворота. И нет, не забивает. Не забивает Родриго. Они заползли мяч за ленточку. Но если часы не сработали у Мальенко, то значит и не заполз. Пике спас команду свою сейчас от верного гола. Нелепая, мяч летит в центр прямо на ногу нападающему. Ну и вот Родриго оригинально сыграл, потому что он... Артур увидел Нелсона Семеду, увидел Семеду, принимает мяч на грудь, борется с Гаей. А вот так не нужно терять мяч, тем более защитнику, это Семеду был. Но он не сыграл сейчас вертика иного, но все-таки позиция у них практически одна и та же. И вот с травмой Черышева по футболисты Валенсии знают, как противостоять такого типа развитию атаки. Пытается управлять темпом в атаке. То чуть быстрее, то чуть медленнее. Артур в касании Бускетса. Здесь Даниэль Вас. Давненько не было мяча у Месси. И, разумеется, сделает передачу Месси. Но Месси зарывается там в кучу такую. Бускетс. Вот теперь он поднялся. И мяч у Лионеля Месси. Месси сам будет бить. Промахивается Месси. С правой ноги пришлось бить, под левую не давать. Должны быть нападающие разного плана у сильной команды. И он еще очень тонко чувствующий. Я вообще большой поклонник. Сейчас выйдет за 2-3 передачи. И тут еще нужно возвращаться назад. Вот за правильное состояние тянет к своим воротам. И тем не менее атака получается. Гамиро. Удар. Гол! Кевин Гамиро. Как быстро. Вот Парехо был прав, что увел атаку назад. И она получила дополнительное пространство. Они словно растянули по вертикали оборону Барсы. А ты говорил, правильно он не касался. Он такого Валерия Гергиева сыграл в этом эпизоде. Дирижировал атакой. Как все красиво. По-барселонски, я бы даже сказал. Штрафную. Месси раздавал тут изумительно. Артур в штрафной в результате ошибается. Родриго Морено был в пассиве. Мы, я даже имею в виду не все футбольное сообщество, а просто судьи. Два разных судьи могут отнестись к одному и тому же эпизоду, которые посмотрели 40 раз по-разному. Да. Отдали валенсийцы, и теперь Альба подает и угловой. Болер с мячом, и есть у него свобода, есть пространство, передача. Гамиро здорово играет на дальней параллели. Передача на Бускетса, Месси смещается, здорово пропускает мяч Серхио Роберто. Помогал, ведь не хватало Барселоне, в том числе в том эпизоде с голом. Перники, а теперь открывается Солер. Солер в штрафной, простреливает, 2-0, и это Родриго Морено забивает. Резкая атака Валенсии завершается голом. Блестяще сыграл Карлос Солер. Он на длинной достаточно дистанции сумел переиграть Альбу. Это раз. И второе. Мощнейший и очень точный прострел прямо в голову. Родриго не забить не мог. Он просто подставил. Аргентина могла не попасть на чемпионат мира. И Эквадор повел 1-0. После этого Месси спросил, какой счет. Выстроила игру, что Барселоне действительно ничто даром, ничто за счет ее класса уже. Сейчас с мячом, и Валенсия уже все, застегнулась на все пуговицы. Подача, удар, это было динамично. Голды так и не подошли. То есть вот эта зависимость и желание Месси от его ответа на вопросы о карьере, в том числе, я сегодня невольно вспомнил финал. Подача. Гарая показали свирепым взглядом выбраться на простор. Пас рискованный, но здорово получилось. И под отличную встречу от Габриэла Паулиста. Все-таки пробил Месси, но очень слабо.
как перед этим великолепно бразилец сыграл, как он поставил ногу, не рискуя фолом против Месси, но... И Пике пошел вперед. Пике отдает передачу на Коутиньо. Месси, удар! И Доменек! Синий волшебный свитер! Да, но и удар был великолепным. Месси нашел момент. Не хочет расставаться с футболом. Идеально. Еще момент для Месси. Не успел сделать передачу. Мяч у Ракитича. Удар. Ничего из него и не извлекла. Валенсия забила благодаря своей связке форвардов дважды. Был шанс у Месси. Великолепно сыграл голкипер Жауме Доменек. И все. Уверенная игра в первом тайме, в том числе на выходах этого голкипера. Оборона. Штрафной у Барселоны. Вообще мало нарушений. Барса Месси подает. Мяч оказывается в какой-то момент у Вида. Очередной атакой в Валенсии. Гедеш отдает Родриго Морено. Тот отдает обратно Гедешу. Удар! И мяч летит мимо ворот. Но такой хлесткий был удар у Гонсало Гедеш. Вот как он бегает и умеет. Да, с отскоком от газона. Очень непростой мяч для Силисона. Сказал, он видел, что все было в порядке. Барселона в атаке. Месси рвется в штрафную. Убивает мяч защиту. Зацепил, как Лен. Как дрожат, как будто в ожидании. Вот удар Месси. И все-таки коснулся мяч игрока в стенку. Да, стенка выручила Валя. Берта с мячом. Жесткий подкат, но Видаль справился. Очень важно, какой вариант выберет Месси. Он закручивает в сторону ворот, но опять... Уверен, не оставляет мяч Месси. Ту же подключение Альбы. Здесь Васу нужно осторожно играть. Ну, в результате аут в пользу позиционных. Здорово, Месси сам себе пробрасывает мяч. Удар в дальний угол, штанга. И Видаль не забивает. Лео Месси, какой потрясающий проход. Как все он тонко сделал. И пробил опять. Родриго Морено, но там все закрыты. Родриго. Уходит мяч. Портреты, но у Месси есть. Есть пространство, сильно играет Малка. Перед штрафной, Солер ему мешает, Альба вновь, подача, здесь гора и спокойно. Поперечную передачу получил, и дальше сам бьет Серджи Роберто, хотя начал уже смещение. Оглядывается, он еще смотрит, может быть, есть какие-то варианты, но прямой удар, и нога поехала. Поехала нога, да, как у Бертную атаку. Барселона не пускает, поплотнее стали играть. И Пареха против него нарушение правил. Ну и понятно, хоть и счет комфортный, я все равно понимаю, что это Барселона против тебя. Гедеш. Филиппа Коутиньо. Коутиньо сам бьет по воротам. Забирает там. Но как Бека Барса есть. Месси двинулся, неся на себе... Лихова. Бил сильно мяч на ход всей атаки, целой линии. И сам успел открыться в центре Кевин Гамейро. Сзади удара с шипами по ахиллу и по голеностопу устоялся. Валенсия впереди 2-0. Подача Месси высокая. Кондогбия. Голкипер. Малком. Подача. Удар поворотом. Штанга. Месси. 2-1. 2-1. Но не о чем говорить здесь и не о чем спорить. Мяч попадает в штангу, от нее отскакивает. Там был игрок, как всегда, на ленточке в момент подачи углового. Так что вряд ли был офсайд. И это переход в другое состояние матча. Это Месси добил мяч в сетку. Добил. То есть он сыграл и как такой чистый нападающий завершитель. А добра... Минут добавленных. Да, правда, Барселона две замены провела в перерыве. То есть на это времени Малком подает, выбивает мяч защитники. Бускетс. Видаль! Видаль бьет и бьет выше ворот, но уже был свисток. Проиграют ногами и не боятся этого. Вышла Месси! Месси! На Бускетса, Бускетс. Месси здесь не успел в зону. И сейчас Жорди Альба. Видаль бьет из-под защитника и попадает. Петровый. Жорди Альба сбрасывает на Месси. Месси уходит от Солера. Подача. Команда ниже стоящая, если угодно. Спортинг и Порту встречались. Ему Альба сбросил мяч.